Спасательное судно «Экверис» лишится флага Панамы. Панама уже запустила процедуру отмены регистрации «Экверис-2». Итальянские власти жалуются на это судно, что оно отказывается возвращать спасенных беженцев в страны происхождения. Панама лишит своего флага гуманитарное судно «Экверис», спасающее нелегальных мигрантов в Средиземном море. Соответствующее сообщение выложено на сайте панамского ведомства по делам судоходства. В нем поясняется, что в адрес судна на «Экверис-2» поступают жалобы в связи с нарушением международных юридических процедур, касающихся спасенных на море беженцев. В ведомстве отметили, что большая часть жалоб поступает от Италии. В них, в частности, говорится, что капитан «Экверис-2» отказывается возвращать взятых на борт мигрантов в страны происхождения. «Экверис» занимается спасением мигрантов в Средиземном море с 2016 года, в частности, по заданию международной гуманитарной организации «Врачи без границ». Однако в последние месяцы страны Европы все чаще отказываются принимать у себя подобранных в море нелегальных мигрантов. Так, в июне «Экверис» с 600 спасенными на борту много дней искал для них пристанище, пока их, наконец, не согласилась принять Испания. В августе это гуманитарное судно уже лишилось права ходить под флагом британской колонии Гибралтар. Поэтому с конца августа «Экверис» стоял в гавани французского Марселя. В середине сентября судно стало ходить под флагом Панамы под именем «Экверис-2». С 20 сентября на его борту находится 11 мигрантов, спасенных возле берегов Ливии. В начале сентября в море Альбаран и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря при попытке достичь берегов Испании были спасены 626 беженцев. Источник. Русская служба DW. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamyCorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.